На тебе ход. А, сейчас это конец. Все, это не нейтрал будет мозги ебать теперь. Наверное, пиздатая провинция. Кто нормально разоживешься? Только теперь надо придется, наверное, во всех городах там пограничных построить крепость. Ну, по крайней мере, в Барак-Варе и в этом, и в Варенских холмах. Чтобы, если мы на человеков пойдем войну, грабить их. Да. Ну да, я уже договорю, блядь, смотри, он идет. Ага. Я тебе говорю, надо было идти, короче, тебе герои. Че, за марш, я думаю, за поход дальше. Нападет, сука, тебе. Готовься, Шурик, блядь, пизды получать в железной скале. О, пидарас какой-то нейтрал тут запилился. Скот. У меня войска уже почти похилились. Хыльнулись. Башню. Тут тоже бери сначала в осаду ее. Чтобы этот подошел, а потом добивай. И мы распотрошим этого пидора. Да, у него не останется вообще ничего. Если последние две захватим. И можно тогда это самое немножко поразвиваться. Подкачать армии. Покорность минус 88, прикинь. А с какого, интересно, будет бунт, блядь? С какого момента? О, тут можно коронку будет построить. А там написано, если покорность... Какого? Написано... На город нажимаешь? На город? Да. Вот, это там это по покорности, там написано, типа, за сколько ходов будет. Порядок ухудшается, перекусит положение дела в восстание начнет через 4 хода. Да, 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 да. Чтоб снизить, по эту хуйню, тебе нужно героя посадить туда. Тогда он начинает снижать эту хуйню, я почему не сидит. Почему мы и сидел-то на самом деле там? Не, ну у меня получается через сколько ходов, интересно. Мне нормально так снизилось, кстати. Еще ход бы подержаться, сука, не дал. Пидорас. Ненавижу пидора. Один ход не дал подержаться. Ладно, сейчас пойду. Этого нейтрала гнобить. Ой, большого вожака орков, наверное. Ну тебе по-любому нужен герой. Два героя нормас. Ну да, ну да. И ему войска нанимать. Это везде одинаково. Это мне не не про того самого. Не, у меня сейчас надо это восстанавливать, все это дело. Тут куча построек. По-моему, когда 100 накопится, тогда будет восстание. Тебе сейчас захватить эту башню. О, что, задание получено. Перемесите любого персонажа в следующий регион, лагерь. Берлингов. Нихуя себе! Переместите персонажа на через полкарты, чувак. Охуеть. И дадут 1,5 косаря за это. Отсыпят. Ну вообще, блядь. Идет пацаны. А че мне на герой показывает? Странно. Теперь 5 ходов написано, через 5 ходов. Люль. Так, чё мне тут надо? Тогда ладно, этого пацана вытаскиваю. Если я ему марш поставлю, режим марша. На марша. Сохранись, чувак, вытаскивай. Уже вытащил, поздно. Просто на него нападет. Ну да. Отцепить можно будет, интересно.
А если вот этот? Этот не дойдет, да? Ну тогда этим пацаном доберу последнюю его залупу. Так. Нет, тут это подожду. Продолжить осаду. Подожду, когда мой вах подойдет. Вах, когда подойдет. Тут минус 60, прикинь, покорности. Сейчас тут коронку построю. Тут, кстати, можно было, по-моему. Да. Все, ништяк. Так, варенские эти самые тоже. Коронку. И... Чтоб прокачивалась хрень это. Варенские холмы. Так, мне нужно бабос, деньги. Так, а столица у меня тут чё? У меня 650 плюс ход. Нихуя себе. Я бич. Как ты до этого одолжил? Кстати, у меня... Как это хуй сусики приходят, а живут, блядь. А, продолжить осаду. Все нормас. Так. Ох, ну все. Да, я сохранюсь. Ну, хотя уже смысла нет, ну ладно. Все же. Бля, если будет предыдущий сейф до битвы, блядь, пылесос, это пиздец. Я тогда не согласен. Так, можешь у меня запросить два... Пока не надо. О, вах подошел. Мне очень много денег, так что 2 косаря не собирает. Я думал нанять себе элитных типа парней, там элитные. Там у меня есть эти типа элитные поездники на кабанах, а на элитную пехоту милишная. Но они там стоят там по 1500 каждый. Мне их надо нанимать. Надо уже бабки. А сколько у этого пацана отрядов-то? Опять что-то. Борзые гады кривого месяца. Так, право прохода. Бля, чувак у меня право прохода и просит. Ты успеешь этот же захватить, да? Да дай ему право прохода, он будет с нижними воевать, походу. Через твой этот хочет пробраться. Просто я думаю, он на этого, которого сейчас мы гнобим, чувака. О, видал, глянь, на людей пошел. Че это такое? Так, это пошел вот так. Он еще и взял, короче, поселение людей. Что, напал? Да нет, что-то тусуется. Чё там тусуется-то, блядь? А если сейчас на него напасть, интересно, то это будет зор, да выйдет, пацаны? Чё он делает? А, он лагерь поставил. Он, наверное, будет сверну хаоса распространять. Надо ему пизды дать. Бать, он, сука, взял город. Бля, и этот тоже сломался, ты видал? Кто? Мирмиденс тоже разрушили, короче. О, олень, да, нихуя себе. А кто их так обоссал-то? Эти так что ли ебашат? Не-не, там какой-то еще хуйсос. Их вообще уничтожили, их сожгли, блядь. Да. Ну что, напал на меня, гандон, бля, ебаный. Да, он вообще все города сжег, походу. Ну, не, ну у него еще остался вверху город, чувак, зацени. У него еще вверху город один. А, окружить вместо того, чтобы шататься, штурмовать поселение, ваши войска окружат и будут ждать действий, да, противника, да? Да, окружай, чтобы вах точно подошел к тебе. И со следующего хода нападешь. Окружила она. А я сейчас этот, разбомблю его город. Ибо нехуй сиськи мять. Бараквар. А чё это тут делает, я не понял. У меня тут. Железно это. Минус 8, минус 6. Бля, пиздец, какие-то действия странные. Если я на этого нападу, город мне поможет же? На этих нейтралов. Или нет? Так на твоем месте штурмовал барак Вар.
Ну, не... сразу валил оттуда назад, короче, пидорас обоссовывает. Вдруг потом город тусуется. Да, я так и хочу. Они жгут эти города, они их не берут, да? Просто пришли и всех убили. Ну да. Ну, наверное, им там не по кайфу жить. Наверное. У нас ход. Так, отлично. Что вот это делает, я не понял. Кто стоит? Если нападу. А, я могу в город просто зашкейться, да? Да, все, я сел в городе. Пошел нахуй, ублюдок. Так, что мне тут надо сделать? Так, тут что? Тут еще ход. Тут минуса. Так, тут можно построить. О. Ну, на армия там у него 11 из 20 такая себе. Так, пошло строиться коронки всякие. Так, плюс 4 тут выруливает. Тут тоже выруливает. А, тут можно увеличить. Все, денег нет. Ну, выдержитесь. Так, дайте сохранюсь. Че ты делаешь этим хауситы сразу, блядь? Сегодня ты реально хаосис постоянно. Так, ну чё, я беру город. Чё-то вах далеко стоит, сука, как-то. Не подошел. Ну по-пацански, блядь. Ну ладно. Да, они скверно распространяют, типа. Покорность снижает, какие? Скверно минус один, блядь. Не, да, вон колесо, смотри, начало. Об осквернении, плюс 3%. Ну тут автобой, тут я разбомблю вообще их просто в лед. Пусть автобой, ну ладно. Да, тут вообще они отсасывают. Сжать авторасчет? Да. Решительная победа осталась. Потери, 180. 500 человек, блядь, чё? Потери, да, слушай. Ну ладно, похуй. Ещё убили 500 потерей. Армаз. Ну они город штурмовали, потом такой неплохой. Оккупировать нахуй. А так, о, нихуя, меч золотой печати получил. Этот золотой меч наделяет владельца даром быстрой быстроты предвидения, я думал, передвижения. Недоступные простым смертным. Атака в ближнем бою плюс 3, защита в ближнем бою плюс 3. Захвачена провинция. Окей. Поселение в осаде. Тебе туда стоит своего мелку посадить, мне кажется, вот, в провинцию. Да. И построить там эти стены, короче. Так, что тут можно... А тут порт, нихуя себе, прикинь, тут порт есть. Ну да, побережный был. Так, что тут можно построить-то? Бараквар. И что, получается, все мои, да, провинции, получается, полностью моя? Да, там можно даже законы какие-то принимать. Когда всю провинцию захватит. Так, ну... Вот, провинцию захватит за месяц. Мне сначала вот эту штуку, чтобы прокачать еще слоты подкрывать. Ну, проблема в том, что она, конечно, граничит с этими... с людьми. Там не получится полная... Ну, там уже его вынесли. У него один город остался у этих, у людей, так, кстати. Так что он мне, по-моему... Да, он слабый. Он пошел на тебя войной и хлебнул горе. Так, пацан выйдет? Не сможет выйти. Ладно, пускай пока сидит. Жаль, что не сможет выйти. Так, ну у меня тут армия такая неплохая сидит. Кстати, я тут не могу в железной этой крепости нанять. Ты, кстати, надо думать, куда ты будешь дальше воевать. Ну я внизу этих хочу гномов нагнуть. А, ну мне провинцию захватить, тогда вот этих с копьем, они какие-то слабые, кстати, они ослабли. А, не слабые, слушай, они вверху там что-то воюют. Не у них раз, два, три, четыре, пять. Ну, если я у них две отобью, я с копьем, наверное, буду воевать. В принципе, я думаю. Так, ну все, что мне тут еще? Еще одну провинцию убить. Ну да, ну своя, чтобы было полностью. Я даже не знаю, куда мне дальше. А ты можешь мне внизу, тебе нужно вот этих тогда занулить всех нижних, да и все. Так, ну я все тут сделал. Сохраняюсь. Да не, тебе нужно захватывать тоже-то.
Провинции больше. Так, все. Тут если вот клыков добивать, там у них какой-то обрезок, я думаю, через узер продолжение. Да, тебе клыков добить. Да, внизу какие-то черные, я не знаю, кто это такие. Какие-то пацаны. Да, вот. Если южные бесплодные земли захватят. А я бы копья добил, замирился бы с ними, провинцию свою себе отжал бы, с ними замирился бы. И мы бы могли в два ствола кучить этих как гномов, которые вот у меня внизу. Ну да. Думать, нам все равно вот это все зачищать-то. Переходит в режим. Да на кого блин? Налет железные скалы. Вражеские. Вражеские войска тут тусуются. Наш ход. Я не знаю, что напасть просто все. Да, нападай, чё, не парься. Чё, авторасчет? Ну смотри, какое у тебя превосходство. Если его больше 80%, то да, автосчет, тыкай и все. А где ты процент смотришь? Ну да, там показывает такая шкала, типа желтенькая и красненькая. Ну у меня почти полностью. Ну тогда вообще пиздец. Ну я авторасчет. У меня просто один отряд проходится, не будет сложно. Ну у тебя там вообще пиздец. У тебя баланс сил 90%. Потери 185. Блять. Тут можно было вообще без потерь поиграть. Ну да, ну чё, в принципе, ты маленькая девушка. Ты отхиляйся. Наконец-то она моя. Моя. Всё. Захватил, блять, ты бегал по карте за ним полдня. За этим пидором. Ну и все, у него не осталось, по-моему, да? Мы добились полного контроля. Да-да-да, цени, во фракции уничтожена. Глаза чесы. Ну че за смуху, я сбегал, бегал. Он в вагоне, чувак, бегал. Не знал ты, куда метаться. О, Вася. Блять, где мой этот? Так, надо закругляться, чувак, уже час ночи, завтра на работу. Да, сейчас тогда я похожу. Не знаю, и все тогда сегодня. Быстро пролетело. Да, мы с Димой засели в это в Сёгуна играть. Мы во сколько сели? Часа в 4 засели и часов в 5 отдуплились. Утра. Покинь, мы с ним ебашили в Сёгуна. Жиза. Так, ну чё? Пацан выходит на марш и добегает туда. Разбирать. Ну и чё ты не выходишь? А чё он не выходит, кстати? Я не понял. Ты можешь выйти? А, ты ходишь сейчас. Да чё не выходит? Где у тебя восстание? Придется бегать восстание подавлять. Ну можешь прокачаться, кстати. Я у Димы на территории на восставших качался вообще просто как не в себя. У него только и восстают. Я такой, хуяк восстали, ёбнул отряд. Хуяк восстали, ёбнул. Не, слушай, вот так вот поиграть Total War, одну, в одну, вторую, третью, их там сколько, 5, по-моему, видов всяких, или сколько, 6 разных. А одному не прикольно играть, а вот в копе, вот это заебись. Сейчас я этих пидоров вальну. Потом буду, как это самое, в провинциях нормально все нормализуется, а буду это качать, как его, залупу конскую эту. Бабло. Вот сейчас армии будут большие, нужно будет нанимать всяких этих генералов, чтобы держали территорию всю. Еще одного нужно будет нанять. Два мало. Не буду успевать. Четыре, а у меня сколько? Один. Ну ясно. Я, у меня, кстати, тоже порт есть в этом городе. Ага. А что он дает, кстати? Верфь зеленокожих, рост плюс 10, просимый доход простой, причал, постоянные берега, обращающих погрузки. Да, что дает? Приносит 200 и рост плюс 10. Что хотите-то? А, этот принять. Беспредел в лагере, рост плюс 20, покорность плюс 2.
Дай сюда доля вымогательных средств плюс 5. Плюс 15. Все хвалим вожака, стоимость на местный резерв найм. Давай, так, у меня вымогательство везде стоит. Самое главное, не налоги, а вымогательство. Давай еще по ходику сыграем по-другому, и все, хватит туда. Еще один ходик хочется. Давай. Совершите налет. Мне все предлагают на какого-то пидора напасть. А, на гномов не предлагают напасть, и тогда 600. Летчик-налетчик, блять. На гномов, на нижних, которые вон там разрастаются потихоньку. Ну и такие все серьезные пацаны, серьезные. Так, ну чё, выходи. На марше давай. Ты не добежишь, правда? Не знаю, теперь надо думать, куда воевать идти дальше. Наверное, вниз пойдем. Так, режим марша. Мы можем к тебе пойти воевать. Да я тебе говорю, захвати вот этого последнего кусок территории, тебе лишний город портовый будет. Ну там типа, он, это, обрезок просто от этого. Там не очень удобное место просто для провинции. Ты же понимаешь, что это кусок, типа, а остальная провинция, она вот у людей здесь. Я так понял, как она работает. Это Черный залив провинции называется. Так, денег нету. О, у меня тебе плюс 2 косаря стало. Нормас. Так, там сидят пацаны и держат пока. А, ну ноль. Тут состоит колдует, пацаны держат. Нормально. Пацаны, кстати, не все полечились, ну ладно. Так, что мне делать? А мне нечего делать. Что мне показывают? Да, тут, наверное, вниз идти. Вариантов отсюда нет. Все, ладно. Конец хода. Вах, за мной бежит. Вах. Такой мелкий уебок бегает. Ну это прикольно, конечно, с вахом. Это чит на самом деле какой-то. Два отряда. Для городов брать вах вообще незаменим. Так воевать, конечно, хуй там. Он не добегает. Если его только направить, а потом самому бежать, ну тоже такое его вынесут. Так такое, сомнительно. Ну, зато халявный отряд, который не жрет деньги. Ну, чисто для городов. О, блядь, этот отдуплился. У него, оказывается, еще город есть. А он пошел отжимать цене. Блин, моторку свою, блядь. А, нет, или это тот же? Тот же. Слушай, у него два города. Воюет там, короче. Сейчас я разведчиком пробегусь, посмотрю. У него чисто там раз, два. Ну, пускай воюют с этим как раз. Моторка. А я там видал, типа, у кого в скалах тоже карак, ангажар какой-то там эти держат черти какие-то. Каких знаешь, скал? Как их называют? Черная отрава. Пометьте мне на карте, где я не вижу. Понял, да? Да. Какие-то пауканы. Ослик-суслик, паука. Дурная луна, Экурант. Марли пристально смотрит с небес. Бесплодные, но бесплодные гоблины отказываются выходить из пещер. А самые четкие детские пацаны тихо сидят за стенами вместо того, чтобы драться. Недовольное население по формусу 4. Как вовремя, главное, блядь? Восстание будет. Сажай героя срочно. Да у меня два сидит и так. Да минус 99, блять. Минус 99 у тебя? Нихуя нет. Себе. А чё так? Не знаю, ну как делать, блять. Я не знаю, с этого нас то все грабили. А-а-а. Ну ничего, я уже, блять, это. У меня плюс 6. У меня минус 7 стало, я везде так аккуратненько. Потому что я знаю, что это восстание это сейчас такое. Если пойдет, то это пизда вообще будет. Тут только и будешь заниматься этими восставшими. Не, ну в принципе я захватил, сейчас мне вообще шоколадно, я ни с кем не воюю, ну воюю с двумя, но они далеко, они там сами с собой разбираются. Максимум, что вот этот пидор пойдет. Анекдов. А у него какая еще? Моторка. Курт Кобейн. Давай. Давай, Вася.
Так, это что такое? А, Сейчас этого надо говнаря занулить. Покинь, мой этот самый генерал, плюс этот, сидит в этом, в крепости. Ля, набрал какие-то Гиммельхард, Готфрид Роршин, капитаны, блядь, ебать. Гиммельхард, да, кто это такие? Алибардисты, арбалетчики, блядь. Дистанция, защита. О, вот она у него еще, лень, есть. Нихуя себе, у него тут нормально, слушай. Да, ну тут климат, кстати, не подходит, но неприятный климат. Видишь, какой город написан. Ну, у него раз, получается, два. Там, типа, я так понял, жить буду, если там жить, там, типа, штрафы будут. Надо, типа, им просто грабить ходить, мне кажется. Кстати, а варенский хахал мы тогда, получается, у меня тоже? Ну-ка, блядь, а твой ходит. Не дает посмотреть по климату. Климат, приемлемый климат, а тут... А, приемлемый, а тут что получается? Неприятный климат. Понятно, понятно. Так, ну чё, этого пидора я валю? Да-да. Бассейн. А чё, я не могу, вот... А, я на марше. Тут ты. Опять марш. Умри, ублюдок! Объявить войну! Припёрся, хуй сос. Объявляем войну этому пидору. Самое главное, еще этот выебывается, что-то мне шаманит, ублюдок. Ну-ка, зарежь, поруби его. Куда? Он засал. Какой чувак, он засал. Он отошел. Теперь тебе его в жизнь надо гнать. Да, ему он нужен. Гонять этого петуха, да? Залазь, давай. Давай, залазь ты в эту крепость. О, ништяк, я хотел в эту крепость залезть. Так, это Ваха. Так, минус 53 в этом городе. Минус... А чё минус 53 стало у меня? А, я войну объявил, наверное. Хотя... А, не, это после этих города. У них пока буянят. Ну, я плюс 12 идет нормас. А чё, через сколько нападут, интересно. Так, чё тут можно качнуть? Ничего. У тебя бабло чё? 2000. Ну, они сейчас все уйдут. Так, вот на эту хуйню идут. Так, а тут что еще можно построить? Мучки стоят, мучки уже не могу построить. Откуда такие черные орки? Доспехи, бронебойность. Пехота там с тяжелыми секирами. Уникальный юнит твой у тебя. Это, типа, но это на четвертом уровне только. Я просто думаю, какое новое здание построить еще. Там надо на героя читать, там написано, какой типа там был. По-моему, если первого героя выбираешь, там у него черные орки. Типа. А ты второго выбрал, я не знаю, какая у него специализация. Там, типа, у меня специализация любые дикие орки. Типа, только дирки их нанимаешь, потому что там типа это... Минус 50% содержания и там сопротивляемости. Ой, нихуя себе, я могу купить гоблинов на колесницах. Паучьи наездники лесных гоблинов, прикинь, какие-то. Всадники 700. Ой, ебать, какие-то ударные всадники, чувак. Со щитами бронебойность, борьба с пехотой. 1200 стоит. Охуеть, вот этих беру пацанов. И все, денег нет. Я специально в этот город шел вот этим мелким отрядом, чтобы это взять крутых пацанов и купить. А там было уже прокачано, прикинь, в этом городе. То есть я ничего не делал. Так, ну все. Так, ну давай, последний ход, все. И все, я должен сохранять, что последний. Ты на работу? Да, тут уже полвторого, блядь, вообще спать сейчас надо. Не все равно вставать. Я тоже что-то затонулся. Не молодой. Это просто. Гномик ходит. Ага, вот этого гномика надо будет напрячь, он какой-то. Не, о, пошла жара.
Захватил, ха-ха. Ну тебя отстраивай, блядь, свою залупу. Да. Уровень отношений с ним минус 72. Очень неприятный. Улучшается. А у меня, как ни странно, 92, прикинь с ним. Я даже с ним могу это самое подружиться. Ха-ха, нихуя себе. Фракция уничтожена, племя острых врагов. Племя острых врагов всегда в прошлом. Вот этой фракции не осталось. Да. Технология исследована. Вьючные животные. Во, вон, видишь, это топоры вот эти вот, фракция появилась. Вот мне типа с ними надо их вальнуть кого-нибудь, чтобы этот квест выполнить. Вот они, это гномы или кто это? Да, это гномы сидят. Троний железнобровов. Нихуя себе. Вот этих гномов. Вот этих гномов, либо нижних гномов. Ну, я, скорее всего, нижних. Вот эти ребята. Там гномы все равно далеко. Далеко от меня. Плюс 4,97, ебать. Я уже во всех городах построил эту хуйню на этом, на порядок. Шатер вожака, блять. И все равно в минусах, блять. По жизни. Сколько у тебя? Минус 97, но уменьшается. Тебе надо посадить своего, чтобы еще меньше, больше, быстрее уменьшалось. Налоги отменить. Налог, ты без денег останешься. Это вообще пиздец будет. Ладно, сейчас потихоньку выпуск уменьшается. В принципе, пока спокойно. Через ход у меня построится еще два шатра вожака. Сколько он каждый дает-то? Плюс 4 покорности. Должно быть нормально, плюс 12. Давай, до следующего моего хода и все, записываемся. Ты походишь, дашь. Ленинград переходит в режим подземный. Битва Черный Утес. Круто. А, не, подожди. Вах. Зеленокожих племя острых врагов. У тебя на Черном Утесе золото есть. Понятно, что у тебя столько денег. Чтобы использовать богатством золотой жилы, необходимо построить вниз... А, это дырка, это значит золотая жила. Ты просто золото. Да, да. Круто, наша армия Ваха замочила врага нафиг. Прикинь, сами замочили даже. Армия Ваха, это он с Вахом схлестнулся. Битва Черный Утес, полководец Гаргот торжествует, им был одержан пакет победы. Ну это тот, короче, хайс. Да-да-да. О, блять, одной проблемой меньше. И что ты теперь будешь копье объявлять войну, получается? Ну пока нет сейчас. А где мой этот генерал-то? А че сидит-то, собственно, че ждать-то? Армия-то, блядь, жрет-то тут как бы деньги, нахуй, епта. Ну это да, ну, надо ее реализовывать. Мне тут сейчас другие планы. Надо... Я кстати, игрек онлайн. Надо Ой, подкачнуться. Денег нету. Сейчас я хочу вторую армию понабрать вот этих пиздатых пацанов. Зачните вторая, чувак. Я так две. Три хода будет наниматься, охуеть. Так, ну эти пускай восстанавливаются, ладно, тогда уже. Тогда со следующего хода можно почти будет объявлять. Это один отряд покупается. А в Карагдоне там много людей? Так, ну тут я возьму все равно. В наверное. Карагдоне немного, а вот в Черном Утесе дохуя. Так, я хочу еще одного мечника в пиздатых. Четыре хода. Прикинь, четыре хода будет заниматься. Ты, кстати, если Карагдон возьмешь, ты сможешь железный скалектор разобрать этот оборот. Да. В Карагдоне нам уже будет оборону сыграть. Баблосики пойдут. Че у меня тут еще? Все. Все. Бля, ну где их достать? Я бы был такой счастливый. Я сейчас улучшаю все города, тут, блядь, это, на это забил. У меня бы из-за этого не росло нихуя. И эти самые...
Так я армию нанимал, денег не было, то есть все в армию сначала пульнул. Тебе и так армия-то хуя, там больше Теперь, некуда уже. да. Теперь посчитай три отряда, покинь. Сейчас этот отхиляется. Я отрядами поменяю. А, я не смогу поменяться отрядами. Ну ладно. Ну и ладно. Кэргдон. Задание провалено. Разорите и разрушите поселение любого. Дождь насрать. Налет. Железская скала. Меч Кейна обрел владельца. Другой правитель завладел мечом Кейна. Если вы не обретете меч, не отберете меч у врага, весь мир окажется просто. Да? Задание получится. Заходи и купируйте поселение любого из началась эта залупа. Фракций. Кровавые пареалы или гномы. За 500 целых лет денег. Вот это пиздец. Да, вот я понимаю. Вот мне же плюс 13. А что кто-то светит, я не понял. Залупа. Железная скала, провинция, перевал смерти. Скверно не отделал 100%. Ветра магии, штиль, минус 50. Что это такое? Не знаю. Какая-то залупа появилась. Ты не говори. Пойми, что за хуйня. Так, где мейн армии? Так. У меня нет смысла даже в городе сидеть. Я сразу пойду на разборы, наверное. А ты на этого? Ну а что сидеть-то? Армия есть, но не воюет. Сейчас сначала нападем на зубы, потом нападем на вот этот чуб. Чуб, наверное. Да, типа черная маска с чупом. Мне казалось, это всадник, не? На коне. По-моему, это какой-то всадник на коне. Хуй знает, кто это. Тебе нужен разведчик, а он... Узлы на башке называется, клан. Да, а, ну понятно. Ладно, я соглашусь. Это чуп. Тебе нужно было разведчика своего туда нагнать. Ну он туда, в принципе, идет, просто он идет. Через другой цай. А, нет. Слушай, а у гномов у этих как какая провинция, если полную провинцию отжать? А вот это прям. Про какие гномы? Ну, вот это справа от тебя, от и снизу от меня, которые. А, я, кстати, может, да, поделить вот этих, которые синенькие, да? Да. Так, интересно. Карак Азул их называют. Дохлое ущелье. Ну вот это провинция, которая восточные бесплодные земли. Их много чего, они богаты. Да, они матерые, у них там пиздец не позахватывали. Можно против них повоевать. Да, ну это вдвоем, когда мы сейчас закончим вот эти мелкие войны. И можно будет тогда повоевать. Их там много, богатые. Я прихватил бы что-то себе. Не знаю, правда, что там. На северный, нижний, а тебе верхний. А что у меня по около ваха написано плюс 120, плюс 284? Это денег дает, что он, что ли, или что это? Ну да. За облачен цепает. Ну все, сохраняемся. Да, сохраняйся, и давай сейчас я. Мне ход, и я сохранюсь. Да, тебе ход передать. Да. Ну давай, я сохранюсь, да, все равно я запускать буду. На какую сохранится, я все свои увижу. Ну, какой-нибудь отдельный там следующий сохрани. Я просто так нажму на это. Да. Сохранись последний. А, бля, я еще этим хуем ходил. Бля, а как ты это защитить за хуйню? Бля, а чуть-чуть я какой-то это облака пошли. Так это вот магическая буря. Смотри, тут какой-то на кабане тоже ездит. Рядом с моим шпионом. Разрыв его зовут. А где я не вижу шпион твоего? Ну там, у людей, короче, на территории. А, да. Вижу. Катается. А это человек или кто это? Не. Это орк. Да, кривоносые какие-то. Блять, а где они вообще обитают? Кто такие?
А, они слева захватили там. У них слева Бля, что-то такое прикинь, есть. может только через этот А, это пройти. они захватили человеческий город, вот тот внизу, который был на островке. На полуострове на Да. этом. А, нихуя себе. То есть они сейчас будут людей гнобить. Да и пускай. Да. Собственно, Бля, почему а бы тут нет? нельзя на корабль сесть, прикинь, придется обратно походить. Ебать, а чё, не садится, охуел? А тут, походу, только в порте можно сесть, блядь. А-а-а. В портовом городе, может быть? Да. Чё, у тебя что, садились там? Ну, так у меня с той стороны портовый город. Ну, окей. Ну, ладно, иди чё. Да хотя можешь просто разведывать дальше. А там уже так на пролом Да лететь. не за актуальней как-то разведать, я Ну, что-то внизу, подумал. да. Потому что нам сейчас это нужно орков этих. Ой, гномов потом нужно будет ебашить. Ну, Там внизу все, посмотреть, блин. кто там, чё там. Какие расклады. Как-то так. Ну чё там? Тыркай к на пулю. У меня даже качнулся этот самый пацан, пока сидит в городе, покинь. Ну, он уже какой уровень получил, кстати? Ранг персонажа 2. Что-то качается, качается. Ебать там вот этот Карас Акарак. Огромный какой-то город, ты видел, да? Где какой? Самоцветы в нем, прикинь. Выше тебя сильно. Видишь, Карас Акарак? Нет, пока. Вот А, здесь да, вот вижу, есть. вижу, вижу, вижу. Да, Ебать он слушай. огромный, блин. И Так там это... алмазы типа есть. Это что, еще бабла можно будет урвать? Это супер богатые гномы какие-то, блядь. Ебать, он дает 2000 золота, блядь. Блядь, сильный Так, пацан. пацаны, выходим. Че ты не сравнился, может, Так, сейчас мы потыркаем остальное. Карак-дрон, блядь. Карагантон. Так, ну и все, ладно, сейвик. Давайте. Какая там 11-я, 12-й сейв последний. Хоп!